Вратарь Шинника Дмитрий Яшин получил тяжелую травму в матче с Тюменью 3 мая. Дмитрий вышел на перехват мяча, отбил навес, но внезапно упал на поле. Игру остановили на 5 минут. После этого вратаря отправили в нейрохирургическое отделение одной из больниц Тюмени под наблюдение врачей. Диагноз – закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Дмитрий в сознании, его состояние удовлетворительное. Однако для Шинника это серьезная кадровая потеря. Напомним, что Яшин только недавно восстановился после травмы, полученной в прошлом сезоне, и вот вновь больничная койка. Знаю, что черепно-мозговая травма, увезли их в больницу, сейчас будем ждать вестей и надеяться, что, ну, разные степени, надеюсь, что это легкая травма, очень надеюсь. Просто человек, жалко, только вернулся в строй после года. Играет вторую игру и снова травма, ну это просто выше наших сил.